Разовые талоны отменят. В силу вступает закон об отмене разового талона для налогоплательщиков. Для коммерсантов рынка были предложены два новых специальных налоговых режима, которые будут действовать с января 2013 года. Подробнее далее. Новый законопроект о налогообложении, по которому предусмотрена смена разового талона, вступит в силу с января 2013 года. А режимы, которые были созданы совсем недавно, это режимы на основе патентов и на основе деклараций, позволят коммерсантам более плавно перейти к новому режиму налогоплательщиков, говорят представители налоговых органов. Участники семинар-совещания, доводим до вашего сведения, что с 1 января 2013 года налоговым законодательством предусмотрена отмена специального налогового режима на основе разового талона, применяемых на рынке. Соответственно, все лица, торгующие на рынках с 1 января 2013 года, должны перейти на другие режимы налогового режима. По версии налогового комитета, новые режимы приведут к положительным результатам в работе коммерсантов рынка. Сумма налогов будет соизмерима с размером получаемого дохода, а также лица, торгующие на рынках, будут вовлечены в пенсионную систему и систему социального страхования, то есть лица, достигшие пенсионного возраста, будут обеспечены пенсионными выплатами. Торгующих на рынках, которые на сегодняшний день вовлечены, лиц, торгующих на рынках, пенсионную систему и систему социального страхования. Это население, которое на сегодняшнее число самозанятое, по анализам по нашей области, получается, по Карагандинской области среднее составляет 65 функционирующих рынков. Из них количество торгующих в среднем день 5400. То есть эти населения обеспечат будущим. На территории района имени Казбек-Би функционирует 17 торговых рынков, из которых 7 непродовольственные, 3 специализированных и 7 универсальных. В целях избежания социальной напряженности на территории рынков созданы пункты по оказанию налоговыми органами методологической и консультативной помощи, а также услуг по приему заявлений о постановке на регистрационный учет индивидуальных предпринимателей. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. We'll be right back.